Виктор Васильевич Фетисов – талантливый музыкант и композитор, автор многих песен и обработок народной и классической музыки, дирижер и художественный руководитель народного ансамбля «Вербница» уже на протяжении нескольких десятков лет собирает полный концертный зал и зрителей, которые не пропускают ни одного его выступления. Аншлаг, который состоялся вчера в Центральной городской библиотеке, посвящен презентации трех авторских сборников музыканта. Сегодня состоится презентация трех моих авторских сборников музыкальных. Это детский альбом, где детские песенки, этюды, картины для баяна и аккордеона и оркестровые вещи. Это все исключительно для вот музыкальных школ, школ гимназии с музыкальным уклоном, для детей и юношества. И прошлогодний сборник «Скажи гармонь» вот 2012 года. На стихи Петра Панасюка исключительно все произведения там. И вот последний сборник «Играем о баян», это вышел 16 мая, вот только что. И мы презентуем народу сразу три этих сборника. И озвучивает это все, весь этот материал, который мы сегодня подаем в программе, народный ансамбль «Вербница» Белтелеком, которым я руковожу. Хор «Вербница», чьим руководителем является Фетисов, существует с 1994 года. В его репертуаре песни народов Беларуси, России, Украины, Польши и Германии. Несомненный успех приносят песни на стихи Сергея Есенина, Геннадия Заволокина и многих других популярных и любимых авторов. Народный ансамбль постоянно расширяет географию своих выступлений, является лауреатом республиканских и международных фестивалей и конкурсов. Неудивительно, ведь многие его участники – члены коллектива на протяжении многих лет. Для большинства выступления стали образом жизни, от которого они не собираются отказываться. Это хобби мое. Хобби. Вот. Я много лет уже так вот, просто в душе у меня вот пение. У меня родители пели, мать и отец. Сейчас их нету. Вот. Поэтому я как бы продолжаю традиции моих родителей и пою. И сын младший у меня тоже поет. Продолжает традицию мою. Ну, это меня очень радует. Это мне продлевает жизнь. Пение – это, я не знаю, что, моя стихия. Хожу в этот коллектив тоже со дня основания его, с 1994 года. За эти годы, значит, коллектив стал, ну, как родная семья. Все тут какие-то радости, невзгоды, мы всегда делимся, знаем про детей, у кого внучок родился, у кого еще какие-то события, у кого свадьба, кто там женил детей или замуж дочку отдал. Все как бы, все это в коллективе, ну, не проходит просто так, мы как-то эти события отмечаем. Значит, хожу с удовольствием, петь тоже люблю с детства. Ансамбль «Вербница» – единственный в Беларуси народный коллектив, который работает системно и из года в год подтверждает свои заслуженные звания. У хора имеются свои постоянные зрители, которые не обделили вниманием и вчерашний вечер. Следует отметить, что люди, посетившие концерт, получили немало эмоций и впечатлений. Привело нас сюда то, что мы очень давно знакомы с Виктором Васильевичем. И мы посещаем все его концерты. Он нам подарил очень много своих сборников в нашем репертуаре. Ну, есть одна или две песни. Я считаю, что такие подобные концерты проводить надо почаще. Почему? Потому что сейчас народ в основном как-то разобщен. И здесь мы приходим, и чтобы посетить какие-то концерты, которые приезжают к нам, обязательно они платные, а здесь они бесплатные, но мы получаем массу эмоций, мы получаем столько радости, столько получаем впечатлений. В феврале 2014 года народный ансамбль отметит свой 20-летний юбилей. Виктор Фетисов убежден, что коллектив не оставит свою работу и будет радовать зрителей еще не один год.